Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. Сегодня московский «Спартак» встречается с «Тереком». Хороший шанс узнать, что может «Спартак» предложить оппоненту. Георгий, ну ты же понимаешь мотивацию этой команды. Им буквально рукой подать до еврокубковой зоны. Поэтому им сейчас самое главное не провалить концовку сезона и удержаться на тех позициях, на которых они стоят. Московский «Спартак» к этому матчу подошел с рекордом лиги по игре в домашних встречах. Да, 9 побед из 12 возможных они одержали. Отлично играют. Мы с вами все это уже видели и еще раз с удовольствием посмотрим. Первый раз в российскую премьер-лигу «Терек» вышел в 2004 году. Причем сделал это досрочно. Но через год, правда, команда вернулась в первый дивизион. Впрочем, лучшее было еще у «Терека» впереди. Смотрим состав «Спартака». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Состав «Терек». У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Тут защита справляется с потерей мяча. Роман Зобнин. Денис Глушаков. Мяч ушел в аут. Дмитрий Камбаров. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Промес. Подача на дальнюю штангу. Угловой будет подавать «Спартак». В центр штрафной подан мяч с углового. Пенальти. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Футболист сделал то, что от него требовалось. Забил повтор реализованного удара с точки. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Один-ноль. Сейчас будет веселее.
Зе Луиш. Денис Лушаков. Посмотрим за этой атакой. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Олег Иванов. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Игра остановлена из-за нарушений, и тут ситуация вполне на предупреждение. Глушаков. Это может быть опасно. Ставит корпус, не расстается с мячом. Квинси Промис. Зе Луиш. Фернандо. Навес в центр штрафной. Забирает мяч голкипер. На пару решили разыграть эту комбинацию. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Роман Собнин. В этой атаке оборону пройти не удалось. Так, он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Квинси Промис. Отлично сыграно, надо решать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Это может быть опасная атака. Квинси Промис. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Мяч летит в центр. Голкипер отбивает мяч. Слышь! Положение вне игры. Как на тренировке. Тут может что-то получиться. Фернандо. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Никто не выбрасывается вперед на мяч. Роман Собнин. Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Заканчивается первый тайм 1-0.
Хозяева сегодня взяли 3 очка, но мы к этому уже привыкли, в общем. Да, именно такой игры мы все и ожидали. Пока все идет по плану, но не будем забывать, что впереди еще вторая половина встречи, и все еще может измениться. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Мяч летит в центр штрафной. Голкипер отбивает мяч. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Мяч брошен. Не хотят терять ни секунды. Попытка обострить игру. Посмотрим за этой атакой. Зе Луиш. Зе Луиш. Фернандо. И пас обратно. Скучновато. Это может быть опасно. Денис Глушаков. Просто невероятный перехват. Есть адрес у этой передачи. Роман Зобнин. Это может быть опасно. Слышь! Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Пошли последние полчаса игры. Аут. Кутепов. Камбаров. Денис Глушаков. Какой-то, знаете, между собойчик. Роман Зобнин. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Может получиться интересная атака. Винси Промис. Защита надежно играет. Мяч отобран. Олег Иванов. Пока неплохо. Мяч летит в сторону ворот. В перекладину мяч попадает. 20 минут до конца основного времени матча. Квинси Промис. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Роман Зобнин. Тащит мяч вперед он. И подача туда, в сторону. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Есть шанс развернуть контратаку. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Есть варианты развития атаки. Опасно могло получиться, но никто до мяча так и не дотянулся. Готовится сделать замену наставник команды.
Илья Кутеп. Обратный пас очень быстро сыгран. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Это удар! Вратарь забирает мяч. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Дмитрий Камбар. Нужно забивать. И выносится мяч из штрафной. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Да, они проиграли, но были в шаге от сенсации. Представляешь, Константин, как сейчас чувствуют себя болельщики этой команды. Я думаю, они готовы буквально на руках носить своих любимцев. Действительно, и уже на следующую встречу им придется выходить в совершенно ином статусе. Теперь к ним будут относиться гораздо серьезнее. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Мяч летит в центр, что голкипер отбивает мяч. Тащит мяч вперед. И подача туда, в сторону ворот. Пока неплохо. Мяч летит в сторону ворот.